Задержите всадника. Ланса назад, назад отходим, Кать. О, выбили, отлично. Бей, бей. Блокируйте. Друг друга не блокируйте. Помогите каннибалу. Пехота вне боевой стойки, бежим. Надо быстро сократить дистанцию. Просто выбейте его, заблокируйте, мы заберем. Держите лошадьми. Спам кнопочку вперед, кто там его застакал. Молодец. Друг друга не выбивайте, аккуратней. Очень аккуратно ездите, ребят. Еще лансер едет. Еще один едет. Готовимся ко второму лансеру. Остановите этого. Держи, 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 держи его лошадью, не различайся с ним. Сейчас пехота его заберет. Сзади, сзади. Не стрелять через своих. Лошадь убивайте просто. Колоть в голову лошади нужно, не это. Заблокировать. Два лансера объезжают с горы. Я понял. Мы поехали. Заблокировать этого лансера, гоним. До победного гоним. Так, пехота за мной, все. Кавалерия осталась с лансерами и хватит. За мной остальная пехота. Боевую свернули, бежим строго на форт. Десятка минус. Так, древковые, готовьтесь, принимайте. Успел, прикинь. Добивайте. Так, все, пошли, пошли. Это пех, он не будет вступать в бой на коне. Через башню заходим, зачищаем форт сразу. Сбоку ланса. Сбоку ланса, аккуратно. Древковые встретили, приняли на себя. Еще один едет, третий. Нормально, приняли на себя. Третий просто всадник. На третьего забейте. Встречаем древком только лансу. Можно отыграть от бревен и сушилок их. Блин, они сушилками закрыли периметр. Так, пехота, смещаемся к их воротам. По краю. Ну, там... пролезть, нет? Если... нет, нельзя. Пошли. Блин, стреляет со стен. На стене! Лучник на стене, да, подали, да. Подавить лучника на стене. Вот вражеская пехота здесь. Саша, арбалетчика отойди. Подавить. Сейчас, сейчас. Не перезаряжайся там, пожалуйста. Да, не нубите. Через рамы нельзя стрелять? Нет, вокруг них. Нас слишком мало, чтобы... Бой неудачно завязали. Уходи, лансер. Вот, ребят, нам нужно пройти. Ребят, заходим внутрь, за мной пехота. Зашли внутрь, зашли внутрь. Чистоколом стакнулись, по чистоколам распределились. Вон сворачивает лошадь, надо атаковать. Отрезать пехотинца. Пехотинец к воротам бежит. Дверь за мной, дверь закрыли, я внутри. Зачем залезть? Блин, дверь открывайте. Да я это враги. Не кричи. Не речь. Всё. Вот зачем залез, блин? Чё за... Так я думал, мы все заходим. Ну как ты залезешь во вражеские ворота? Деремся, ребят. Он красный, нож битый. Отлично. Все, меня тоже. Ну, сам виноват. Этого я дамажил еще, убивать его. Аккуратно. Лучники, переключитесь на стрелковые, займите стены. Помогите мне с арбалетчиком наверху. Пехотинца мерицу оставьте и это. Кто там еще с ним рядом? Побежал. На стене стреляют лучники. Помогите рашнуть стены, я поднимаюсь. Не делись с ним один на один с щитовиком. Да я подпью его. Подамаж. Раздамаживаю, меня прикройте от стрелка. Столько двое лансеров. Чувак, ты зря, я сейчас еще стены буду стрелять. Я на стене уже. Я понял. Берусь. Помогите. Вы забили, да? Лошадку бейте на камне. Блин, лучник сраный. Ребят, на стенах помогите, бой идет там. По стенами лучник. Лошадку не пошло. Собака. Я убил, спрыгнул. Я добил, да, его? Все, второго зачистил. Втором, пушим вниз. Вон там внизу наших отбросили, надо помочь. Да, да, да. Уходи, а лансер. Хорошо сработали. Тетка вторая тоже на лансере, да? Какой-то с топором забагался. Бей. Это 0 хп. Так. Бейте его. Так, синоби с луком, аккуратно. Подавите его чем-нибудь, не знаю. Хант, за мной бегает, тип голову, на 0 хп.
Блин. Да не ту лопатку. Не сюда его. Нет, 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 ты один и оружие. Тут вражеская ланса еще катает. Отойди, отойди. Алибардист, джихад, займись ланцой лучше. Займись ланцой, я займусь щитником. Мерец отошел. Нет, помогите Мерецу с этим, с этим, с синоби. Убил лошадку. По мне лучник стреляет с стены. Синоби это, синоби. Окружить синоби, убить. Ай, больно. Убил одного. Все, пушим. Синоби остался, помогите. Там еще снизу подходит пехота. Еще одного убил. Блин, меня синоби сейчас добьет, помогите. Где он? Здесь. Ну, внутри, возле деревяшки. Застрял он, даже главный я. Оттуда еще один вышел. Больше! Один голый на дебафе в это, внутри. Блин, помогите синоби. Блин, больно. Баба по кругу бегает на ланце. КП мало совсем. Убил. Молодцы, ребят. Как, помогай. У меня ноль. Я лучше потерял. Отходим к воротам, джихад. К воротам, за нами гонятся. Подавите лучника. Стрелы закончились. Это моя смерть. Ай, все, готов. Ребят, кто умер, быстро встаем, это перевооружаемся и сюда подходим снова. Они сейчас будут пытаться лут занести в ворота, но нужно полностью подавить их, раздавить. Давайте лутаться там. Много мертвых. Он загоняет. Я не уйду. Блин, нет, нет. Короткий путь. Там, да, там синоби больше всего раздает, его не законтрили сразу. Спасен он. Он слишком легкий, я его не могу просто... Да, я еще не зашел. Зачистить, Рома, к тебе бежит, кто там с алебарды наш бежит. Вот он, еще один, ребят, еще один в углу у сушилок. Пытается выйти. Вышел на улицу. Снаружи они. Дома зачистить. Лансер, без табарды все свои. Ребят, у ворот двое встали, щитников, сразу внутрь зайдете, как откроются деревянные. Деревянных ворот. Остальные распределились по хижинам. Снаружи ланса. Древковая, я и ланса наружу выходим. Сейчас это надо лансеров их снять. Они снаружи бой принимают. Вон нашего выбили. А вы снаружи не дерьмо. Так, ребята, которые с это, мечники, щитники прям, остались внутри контролить ворота деревянные, хижины. Сейчас нашего лансера заберут. Забирай свою лошадь, не стой здесь. Блин, я получил вон свой вот. Древко есть? Сейчас все будет. Да, я пришел. Пай. Они бегут. Там бы ланцу свою сюда. Ребята, стараюсь как могу. Ну дайте я убью двуручника этого, короче. Он ходит, размахивает. Надо ланцу вражескую снять. Наших он словил. У нас вообще ни одной лошади нет. Или приехали. Нет у нас ланцы. Спасибо, нет, ланцы держите. Сбили, сбили ланцы. Да мы на поле, видишь. Ты, тут
Откуда они бегут? Видишь, они катят нас на поле, выкатили уже. Нам нужна ланса и древковая здесь по-любому. Бросить хотя бы раз их. Твоя мать, шлюха! Так, я надеюсь, сейчас зайду. У нас есть один лансер, да? Неопытный лансер еще пока не попадает. Лансер внутрь зашел. Выбежал. У нас еще остались у них внутри, чтобы они там не начали эти рамы ставить. Один я стою. Стоит в этом бункере. Давайте задаем. Я стоял в защитниках. Гранатами коробочку забросать. Есть лучники, по пехотинцам стреляйте. Бегаю. Бегите в лошадь, коня. Блочь, блочь, просто внимание. Крик ему в спину там, кто вы. Садите. Паток должен уметь. Я крикнул. Отлично, убиваем его. Конь к вам едет. На стену лучники, можно его тут контролить этого типа. Да дайте этого лучника зарублю, что он все бегает. А что со стаминой за приколы? Лагает, это лаги. Добили этого? Что? Да, добили, лучше этот. Второго сейчас добьем. Сука, ну. С него уже добав слетел, если что. Что накинул ему, давайте. Ланчер еле по. Лучник вон там внутри, контролит эту башню. Нужно, внутри-то бойцы наши остались, все нормально, щитников я просил. Да. Контролите ворота, там хилите их. Там один пойдем лучник внутри сидит. Кивко, на ланцу агритесь. Попал. Крик в спину этому, бежит. У меня крик ему в спину просто. Без табарда-то наша, да? Бегает. Да. Табарда наша. Вражеская ланца на меня. Выходит, открылась она-то. Блин. Это не шоу. Нет, зашла тут была. Давайте ближе всего внутрь, пусть ланца катается. Чё? Кто может похилить, кто на вражеского стрелять? Потом. Кто-нибудь по меня стреляет вовнутрь? Ну, давайте башню? Я его спустил. Крыша. Коня. Всадников вражеских тоже просто пытайся уронить. Сможешь кто уронить, только убьем. Боя. Они не дают мне разобраться с двуручником здесь. Да, подходите ближе, пусть двуручник бегает. Хан, забей на него. Уэх, смотри же, хотел. Да пусть я бегает. Тихо. Сейчас за ланцой бегать по полю бы пехоты. Ребята, надо засейвить хата. Сейчас я подойду, помогу на ланце. Понял, отходим к замку. Кто там, джихад со мной? Мы через лачугу не подсадимся. Блин, получил 0 хп. Короче, там будет, на колом еще есть, перестреливаю. Да, стреляй. Лансеры, отходим. Отходим, лансеры, ребят, отходим. В лачугах вроде никто не прячется. Просто отходим пока. А что вы на стену лезете? Она же изнутри стреляет. Так ей придется наверх вылазить. Передождемся. И пупо через этот проход. Отходим, нас здесь всего двое джихад, отходим, все. Рейнджер, что, делали? Рейнджер не может павизу, да, ставить? Может. Прекрасно. Может. То есть мы можем подсадиться. Так, идем к их замку. Осторожно, заходит лансер. Давайте. Кто есть рейнджер? Есть я. Так есть рейнджер. Только ты одну таску поставил. Красава, отходим дальше. Отходим. Не принимаем боев сейчас больше. Блин, я минус. С арбалетами контрольте этот. Контрольте башню внутри, чтобы в спину не стрелял. Вот этот Отто меня убил, я пойду его тоже убью за это. Ланца, ланца, аккуратно. Рашнуть эту коробку деревянную, задавить ее и занять полностью. А мы держимся. Только вы зря далеко. Ворота открою. Как только ворота откроются, ворота не стоят, чтобы как только да откроют ворота, чтобы мы сразу вошли. Ланчер, на тебя едет ланца сбоку. Стамина так, что я на один удар не хватает. Да чё, всё. Ешь, не ругайтесь. Молодец, у меня ноль жизни. Ланчер едет, аккуратно. Вылезает на башню. Ланчер. Сумка тебе,
спокойно. Все, я на подходе. Давай, слабак! Занять форт и резать их по КД. Сам один лансер остался верховой и один спешен. Он куда-то уехал, мне можно возьми. Да, пешек режем, изи. Двое внутри чистоколе. Дайте мне синего, он меня убил, добил. Так, чистоколу ближе, подойдите больше народу, потому что двоих изберет один. Он готов. Еще лансер. Наш? Наш, наш. Так, пехота к чистоколу внутрь ворота занять, давите арбалетом. Как только откроет ворота, заходим и вырезаем. Молодок. Да, сейчас я его. А у нас ни одного хилера нету здесь? Есть, есть хилер. Ну, да. На 67 прокачан.